Привет, ребята, опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле. А это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать настоящую нормальную пацанскую песню исполнителя Кокса Моржа, Макса Коржа. И сегодня мы с вами будем учить песню под названием «Горы по коленам». Прикольная, простая песня, тем более есть очень много разнообразия по правой руке. Ну а для начала... Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле? Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка аж 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. А теперь бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как он у тебя будет выглядеть. Время без обон, тихо опустилось горизонт, а за ним и новый снежный ком, делами накрываясь головой. Время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радио напомнят нам о том, что не сбылось. Слышь, горы по колен, горы по колен, горы по колен. Если держишь шаг, никаких потерь, просто наступай. Время, время, разложись и тужись по местам. Волны по колен, волны по колен, может и сварить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступай. Время, время разложить эту жизнь по местам. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И в этой песне 5 базовых аккордов. Первый аккорд — аккорд фа. Зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Далее к этой конструкции мы добавляем с вами третью струну на втором ладу, и получается аккорды М. Затем мы убираем все, кроме четвертую струну на втором ладу, и получается у нас А. Следующий аккорд — аккорд С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд, который мы будем играть в припевах, это аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Все вместе у нас получается F, D, M, A, M, C и G. Будь внимателен, потому что в куплете и в припеве последовательность аккордов немножко разная, поэтому обрати на это внимание, когда будем петь. Аккорды в куплете у нас фа, дм, ам, с. А в припеве у нас будет дм, фа, ам, джи. Это что касаемо аккордов. Все разнообразие мы будем делать в куплетах, а припев у нас будет всегда один и тот же. В первом куплете мы будем играть следующий рисунок. Это не перебор, ну не совсем точнее перебор, и не бой. Мы назовем перебой. Будем играть следующий рисунок. На аккорд фа мы будем с вами играть третью и вторую струну 4 раза. То есть 1, 2, 3, 4. Я вам рекомендую считать это все вслух, чтобы вы привыкли к этому счету, к этому квадрату и уже потом не сбивались. Далее потом аккорды М, тоже на третьей и второй струне. 1, 2, 3, 4. То есть получается... Да, вы можете зажать вот так вот, ну, я привыкла играть полным аккордом. Дальше на аккорд А мы будем играть четвертую и вторую струну. 1, 2, 3, 4. И на аккорд С третью и первую. 1, 2, 3, 4. И данный квадрат мы будем играть 2 раза подряд. То есть у тебя получится так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Плюс-минус где-то так. Проработай сначала в медленном темпе, потом уже потихонечку-потихонечку ускорять. Со словами это будет выглядеть следующим образом. Время без забот, тихо опустился горизонт, а за ним новый снежный ком, делами накрываясь головой. Время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радио напомнит нам о том, что не сбылось. Ну,
Потом вы можете сыграть на последний аккорд всего лишь один раз этот квадрат, как хотите. Так, давай еще раз соберем, чтобы было полностью понятно, что мы сейчас только что сделали. Да, эта техника такая уже, более тонкая, поэтому обязательно отработай это. Все эти аккорды, весь этот ход отдельно пока от слов. Тогда у тебя будет прямо сейчас шикарно все звучать. Еще раз. Время без забот тихо опустилось за горизонт, за ним новый снежный ком, делами накрываясь головой. Время без забот будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцом напомнит нам о том, что не сбылось. Купил себе укулеле, вот уже несколько месяцев пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Дальше у нас с вами идет припев. Припев мы будем играть вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Побыстрее это. То есть вот этот первый удар мы немножко его оттягиваем. И вот играем чуть более активно. Играем один раз на один аккорд, и аккорды с боем будут выглядеть следующим образом. Со словами. Знаешь, горы по колено, горы по колено, если держишь шаг, никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено могут их свалить, о, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Надеюсь, более-менее понятно. Давайте присоединим первый куплет и припев. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ним и новый снежный ком, делами накрываясь головой. Время без забот будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцом напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы по колено, горы по колено, горы по колено, если держишь шаг, никаких потерь, просто наступай время, время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, могут и свалить, о, держи удар. Никаких потерь, просто наступай время, время разложить эту жизнь по местам. Разбор на укулеле. Первая часть у нас песни готова. Погнали теперь смотреть, что по второму куплету играем. Во втором куплете примерно аналогичная ситуация с этими переборчиками на аккорды. Единственное, мы не на все это будем играть. Мы будем играть их только на аккорд фа и дм. То есть рисунок сохраняется. 3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2. И на дм то же самое. Да, вот так лучше возьму. А вот на аккорд А, М, С мы будем играть бой с припева. То есть пятерку вот эту. Да, на один аккорд мы его играем два раза. Давай покажу пока без слов, как это у тебя будет выглядеть. Теперь со словами. Время без забот, вспоминай июль, 13-й год, дикая поездка, южный берег за гор, только серпатину нарезаем, как то не слышишь. Время без забот, среди белых скал, наш секретный паром, и в эту Одиссею прыгну прямо на дно, со скалы надутый
Лада и пойдет припев. Я надеюсь, сейчас более-менее картинка становится понятной. Давай-ка еще раз второй куплет. И... Время без собой, вспоминай июль, 13-й год, дикая поездка, южный берег за гор, мы по серпантину нарезаем, кто не слышишь. Время без забот, среди белых скал наш секретный паром, и в эту одиссею прыгну прямо на дно, со скалы надуты набираю разгоны. Ну, да, вот там единственное, что вот на последнюю строчку со скалы надут, набирая разгон и. Не совсем получается сыграть два раза этот бой, там скорее полный один раз и просто один удар. То есть у тебя получается так. И все. То есть со скалы надут и набираю разгон и. И пошел припев. И волны по колено могут и свалить, о, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Дальше, третий куплет мы играем аналогичным образом, что играли второй. То есть, во втором мы играли вот на аккорд фа и дм вот этот вот рисунок, ля-ля-ля-ля-ля. А на аккорды а и мц мы играли бой. Единственное, там вот на строчку, сейчас вам скажу, время без забот, знаешь, ведь здесь есть свой прикол, мы ее будем петь шепотом. Наконец-таки, ура, есть какое-то разнообразие у нас по исполнению песни, поэтому там будем петь песню шепотом. Сейчас прям сразу покажу вам третий куплет, потому что, ну, блин, тут нечего нового изучать. Время без забот, ты не переживай, не переживай, только что-то упустили, наверстаем потом, там, где не пройти, пролетим орлом, ты слышишь? Время без забот, знаешь, ведь и здесь весь свой прикол, и хоть пока бьет арпа загнутый капот, я, братик, уверен, скоро нам повезет, ведь горы по колено, горы по колено. Ля-л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 я. Ну и там опять припев этот получается. Под конец есть еще финал. Вот это вот брат за брата за основу взят из разряда. Мы его можем сыграть таким же образом, как играли первый куплет. То есть все аккорды через вот эти рисуночки. Вы можете как исполнять этот финал, коду эту. Можете так и забить. Вот я, например, когда ее исполняю, ее вообще не играет, нафига мне надо. Он там больше говорит как речитативом, то есть он там даже толком-то и не распевает, но я постараюсь показать, что там у него происходит. Вот так вот, ребятки, что вы думали? В сказку попали? Не. Такая жизнь. Все меняется. Все продолжается. Главное, не ссать. Ну, вот из такого разряда. В принципе, если вы понимаете, что-то большое пространство у тебя между аккордами получилось, можешь сыграть вот это всего лишь один раз. Не два, как мы играли в куплете в первом, а просто один раз. То есть, типа, вот так вот. Вот так вот, ребятки. Что вы думали? В сказку попали? Не. Там такая жизнь. Все меняется. Все продолжается. Главное, не ссать. Как-то, в принципе, так у тебя будет выглядеть песня. Если у тебя остались какие-то вопросики, непонятненькие моменты, где что играть, обязательно пролистни на нужный тайм-код, я все подписала. Ну или же напиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментарии, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. И, возможно, в следующий раз мы будем учить именно твою хотелку. Кто знает. Также не забывай, что ты можешь показать мне все свои укулеле старания. Сделать это довольно-таки просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов. И выкладываешь себе в Инстаграм с пометкой Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. Ну а если ты хочешь помочь мне в укулеле творчестве, то можешь приобрести у меня сборничек или мерч. Или задонать любую сумму на донат Алерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен им получают клёвые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.